Всемирная торговая организация откроет для казахстанских бизнесменов новые возможности. Так считает президент главного экономического портала Китая Уан Шуйдун. Об этом он заявил в интервью нашему корреспонденту в КНР. По мнению эксперта, ВТО поставит перед компаниями Казахстана определенные задачи. Повысится конкуренция и появится стимул для производства высококачественной продукции. Поэтому, как считает Уан Шуйдун, предстоящее вступление в ВТО станет для Казахстана правильным шагом. Я поздравляю Казахстан с таким продвижением. Переговоры были, видимо, очень сложными, потому как продлились целых 19 лет. Но это правильный шаг. ВТО регулирует почти 98% всех торговых операций в мире. Я думаю, что Казахстан станет еще более привлекательным для инвесторов.